Все вокруг надо чистить, друзьям. Пока сухие ветки. Пока дождь нету. Убрать надо все. Друзьям показываю, пока здесь ничего нету. Вот, все для беседки. Здесь у нас будет беседка, ну, чтобы кофе рядышком дома, чтобы на кофе, на шашлык, ну, сиделка, да, вот так вот. Посидим здесь, вот такой. Начал собрать арайк. Вот. А это убираем. Цветок убираем. Другое место ставим. Потому что здесь сильно будет нас калить. Вот. Решили вот это убрать. И другое место поставить. Вот так вот. Лав азат кенестенк, че? Ну, спокойно посидим. Большая получилась. Пока еще не готова. Всем привет, дорогие моим друзьям, гостям моего канала, мои хорошие, идет стройка. Сейчас расскажем, все покажем. А ты, если не подписана, обязательно, друг, подпишись, поделись с друзьями мои ролики. Нажми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а лайки не забываем, конечно. И мастеру тоже, который делает своими руками все то, что мы показываем. Ему тоже жирные лайки, потому что очень хороший и парень, и мужчина, и мастер. Вот, вот так вот. Ару, сзади что хочешь делать? Сетка будет, что будет? Пока не знаешь, думаешь? Ха. Какой кусок? Внизу? Да, он говорит, что вот это, да, который я показывала, этот кусок, он говорит, не знаю, может и сетка буду делать, но или посмотрим. Он еще думает, может и менять все, но я все сниму, все расскажу, все покажу, пока все строит. Вот так вот. Мои хорошие, вот уже потихонечку подходим, домик строим, да, домик для кролика своими руками, да. То, что мы находим, да, во дворе, что дома есть, то и делаем. Внизу он сказал, что будет вот толстый, да,
деревом. Сзади фонарный, не фонарный, а как называется вот это? Титех, крыша. Но все равно дополнительный что-то думает. Пока это не сделал. Потому что она тоненькая. Звери, кто-то зайдет, да? Есть здесь много зверей. Будет тоненько ломать и зайти. Так что это не вариант. А сзади тоже самое, вот такой материал. Но сзади тоже он какой-то что-то делает. Ну, расскажем, да? Мастер не рядом. Поэтому я не знаю, что сказать. Вот. Да, и сеточка, конечно, будет дополнительная, аккуратная. Так что у меня дома будет пополнение и кролик, и хотим кур, и все такое. Поэтому постоянная стройка и так далее. Сетка пока вокруг он не делал, но уже готова. Сейчас вот так вот, видите, беседка готова. Все, здесь свет в середине будет. Это обязательно. Вот так вот. Мы уже кофе пили. А здесь, мои хорошие, видите, за 2 дня 30 штук здесь. Вот так вот. Куры несутся. 1,5 сутки, да, ару, если дзун. Т2. 2 сутки, че? Ишкош. 2 сутки. Вот, 30 штук здесь ровно. Вот так вот. Идет и на продажу, и для нас дома. У нас семья большая. Вот так вот. Мои хорошие, почему я столько яиц собираю? Через день, сутки 18, они ночью тоже несутся. Поэтому у меня много яиц. Почему? Потому что, мои хорошие, что я даю? Даю пшеницу, чисто пшеница, и плюс мешаю, мешаю для куриных сушек. Да? 20-30% мешок, 25 килограмм покупаю для куриных сушек мешок. И 30% добавляю туда, 30-35% добавляю чисто только не молотый пшеница, просто простой пшеница. Да, гуляют, да, выходят гулять, да. Мы приучили, чтобы далеко не ходить. Огород, сейчас в огороде ничего нету. Просто здесь много зелень. Я раньше боялась, потому что все дырки, да, убегали. Сейчас приучили, здесь рядышком они траву едят и гуляют. 2-3 раза они выходят выгуль, да, выгуль. По полчаса, да, вот так вот. А еще до 11, до 10 вечера, 11 иногда, когда видим, что сидит и начинает нести куры. Ну, до 11 часов вечера оставляю свет, да, вот так вот. Свет тоже влияет. Они, куры, хотели отдыхать 4 дня, вообще никакого яйца, 1-2, все, через день. Как мы свет начали, да, свет начали включать вечером, они начали нести. Вот так вот. Здесь секретов нету. Все, секретов нету, что я делаю, чтобы я яйцо, куры яйцо дают. Вот так вот. Сейчас захожу домой, у меня дома тоже делов есть. Молоко надо поставить, скипятить и делать мацун. Армянский мацун у меня на роликах есть. Вот так вот. Ну, покажу, что я делаю. Вот так вот. Сегодня буду готовить спагетти, и у нас говядина этот есть. Как это называется? Мясной говядин. Вот. Да, забыла сказать, тушенку. Тушенка есть, сегодня спагетти с тушенкой сделаю. Вот так вот, супчик тоже есть. Так что,
из гороховый суп. Там немножко суп есть. И макарон чуть-чуть есть. Сейчас обед сделаем, а ужин спагетти будет. Они хотят, очень любят. Вот так вот тушенкой. И закончим с этим сегодня.